ура, мы в Кении, в Найроби, наконец-то мы добрались, столько документов сделали, столько всего проверили, и вот мы здесь, слава богу. Нет, ну а подожди, нас попросили только, мы не, как, нас не предупреждали. В прошлом видео мы рассказали, что да. Женщина вообще нас забыла спросить документ, потом она добежала, проверила в аэропорту Шарджи, нашла нас, сказала, ковид-тест не надо, на самом деле ковид-тест спросили перед визой. То есть мы вышли из самолета, подъехали на автобусе, где вышли, и тут же нас попросили либо вакцинацию, либо ковид-тест. Ну, у нас вакцинация ручки уже не изменили. Ручки дрожали, мы все достали, пакетик, значит, дали, он долго смотрел дату, ну, идите с Богом. Все, слава Богу, да. И багаж мы тоже дождались. А что у нас еще? Проверяли на... Спросила, сколько вы будете дней, я сказала, до какого числа, сам пусть считает. Да, у меня ничего не спрашивали. Да, и пальцы. Ну, отпечатки, фотография, в принципе. Сначала так, 4 пальчика, потом большой, правую, левую ручку. Все. Вот. Короче, мы в Кении. Сейчас мы должны купить сим-карту, да? Да. Кое мы уже вышли, забрали вещи, и вот такой небольшой аэропорт. И вот там, вот за этой дверью, багаж, и меняют деньги. По какой цене? 117, 119. Мало. А вот там, вот, где девушки сейчас меняют, я поменяла по 120. Так ты скажи, кенийских шиллингов. Кенийских шиллингов, да. 100 долларов было 12 тысяч. Вообще, можно поменять по 123-125. Вроде бы. Но мы не знаем, не факт, что мы найдем, потому что молы не работают постоянно, а бывают с перерывами, бывает не работает сегодня суббота. В общем, мы поменяли в аэропорту маленькую сумму. Кстати, я сплавила твою плохую бумажку. 100 баксов. У меня отлично. 100 баксов никогда не бывает плохих. Все, так, сейчас идем сейчас. Смотреть, да. Сейчас будем смотреть сим-карту. Поехали, Наш, вперед. Ты что, справишься? Да. Я и велик водила одной рукой с селфи-палкой. Так, вот на выходе нам сказали, что нужно купить Safari.com. Да, вот мы выбрали симку, нам нужно 15 или 20 мегабайт. Сейчас купим и вам расскажем. Купили уже карточку, смотрите, на 15 гигабайт купили за 22 доллара. Все, it's all, yes? Thank you. Все, девочка нам сделала. Надеюсь, у Наташи будет интернет. Как мы поняли, в Кракове очень удобно вести локацию, найти ее потом. Поэтому теперь первый раз мы приехали и купили карточку с другой стороны. Нет, так а ты скажешь, надо реально именно там, чтобы сделали. Да, чтобы вам сделали, она какие-то коды вводит, пароли вводит, все нам сама сделала. Ну, то есть мы хотели поехать, но решили не ехать. Решили не ехать. Вот, так что сейчас будем уже выходить идти, и нас должны встречать. Вот. А на самом деле мы в Кению приехали в гости к Наташиной подруге. Если она разрешит снять квартиру, мы ее снимем. Но не факт. Все, поехали вперед. Помнишь, я Наташу не придавила. Вперед. Так, ну выходим с вами из аэропорта. И нас здесь должны встречать. Надеюсь, человек нас еще ждет. Мы уже так дофига опоздали, если честно. Ой. Даже не знаю, куда нас. Ну, не знаю, давай вот съезжаем вот туда, вперед, Наташ. Ты едешь? Давай. Прохладненько, кстати. 20. Да, вперед надо. А, тут надо, наверное? Нет, давай еще. Ну, мы так и знали, что мы прилетим в Найроби, будет дождик. Видишь уже? Ой, мой рюкзак. Снимаешь? Да, иди, Наташа. Наташа беспокоится, что я иду и держу одной рукой селфи-палку. Ну, не впервые, повторюсь, я на велике так каталась. Очень тяжело, правда, удержать одной рукой тележку. Так, все, там где-то меня должны встречать. Точнее, ну, у нас, но с моей фамилией вроде. О, Ольга. Надпись Ольга Романова, очень приятно. Надо было послать надпись «Училка физкультуры в Эмиратах». Hi. Good. I'm Ольга. Nice to meet you. Наш даже директор фирмы встречает, у которой мы сафари заказали. Боже, как приятно. Все, сейчас уже будем идти. Fine. Да, о, пошли. Все, народ, мы в Кении, в Найроби. Я прям не верила, если честно, потому что столько документов. И люди же писали, что вас могут повернуть, если вы на границе не понравитесь. Даже если у вас все документы в порядке. Я думаю, боже, может, мы не понравимся. Немножко дождь капает. Вот у этой фирмы мы заказали сафари. Обязательно надо посетить, показать животных. Боже, дождик так капает.
Надеюсь, животные когда-нибудь выйдут. Так интересно, что представитель фирмы нас приехал встречать. Они сказали просто, что мы берем сафари, и нас встречают в аэропорту. У нас бесплатный трансфер. Бесплатный трансфер просто, ну, до места, где живет Аня, подружка Наташа. Они когда-то вместе работали. С этой женщиной я переписывалась. Мы уточняли поездки, уточняли, какие парки мы посетим, уточняли цены. Очень надеюсь, что все, мы вам это покажем. Куда-то мы идем. Ну вот такой Найроби интересный. Похож, конечно, на такие страны, как и, ну, в Азии, на Бали. Все они такие страны зеленые, классные. И вот пальмы длинные вдалеке, обожаю их с кисточками. Ух ты, мужчина прям так. Файн, файн. Давай Наташу подтолкну. Ух. Ух, красота какая. Боже, да они стояли, нас столько ждали. Мы так, ну, подзадержались, багаж брали, в туалет ходили, карточку вставляли. Правда, я все это им написала. Говорю, приезжайте позже. Я посмотрю, назови как там в мейле, господи. Ну, что-то вот такое вот оно. Окей, да. Вот так вот. Это она заплатит за паркование. Ну да. Я же не ожидала, что директор еще приедет. Просто на водителя пришлет. Ты знаешь, они под дождем стояли, сколько нас ждали. Ну, вона каже, ну я не знаю, правда, чи ні, вона каже, що тільки зараз почалося. Я говорю, ну, напевно, що це для нас. Ну, все так прилично не стояли. Ну, такой паркинг такой, ну, не маленький. Величинь. А еще так очень радует, что никто не останавливает, когда мы снимали. Даже нас в шарже не останавливали. Да. Ты помню, в Дубае Молли 3 раза, в Global Village постоянно. Не давай ему, Наташа, он сейчас деньги у тебя возьмет. Чувак, не надо, честно, денег нету. Любят люди подзаработать. Провожает Наташу. Да никак не будет. Аша вот пихнула ласково так. Ну, любят люди так. Я тебе поднес сумочку. 2 метра, дай нам доллар. Друзья, тут же, смотрите, правостороннее движение. Я сейчас говорю там. Сами, а do you know way? Yeah, I know way. Ага, мы просто so, отправили. Once we get there, отправили локейшн. Как нам повезло, мы сели и дождь начался. Вон люди перебегают из аэропорта, вот здание аэропорта. Какие классные деревья прикольные. Я обратила внимание, Наташа. На что они похожи, господи, как? На баобабы, на маленькие баобабы похожи. Ой, так это не эти. Подожди, вот там за нами вышились. Вот, это такие пальмы, я их обожаю. Пальмы, как хвостик, да, с кисточкой вообще. Вверху. Эти пальмы можно видеть на Шри-Ланке, на Бали. Извиняюсь, а что символизируют эти 2 скульптуры? Вон, видишь? Господи, я не успела увеличить, но такое впечатление. Лапой, одна лапа что, да. Кто-то отбивается лапой от кого-то. Так, ну все, вперед в дождливое Найроби. Нет, дождяра просто не отпускает. Посмотрите, какие небоскребчики здесь. Вот это Найроби, вот это встречает нас, круто. Звук дождя такой вообще. Ох, ливеняка. Вот это мы приехали, прикольненько, конечно. Ну, смотрите, друзья, куда мы приехали. Вот такой вот небольшой кемпинг, можно так сказать. Какая красота вообще, супер. Вон Наташа уже стоит, увидела уже свою знакомую, у которой мы поживем пару дней в Найроби. Боже, какая красота, просто. Сейчас немножечко покажу потом, где мы будем ночевать, как бы, и так особо здесь снимать не будем. Вау, очень круто. Бананов нема, авокадо, я тебе сказала. А бананов нема. То есть тут авокадо растет, ну бананов нету. Бассейн даже. О, класс. Это вообще круто, тенюшка. Ну вот, дверца. Так, народ, смотрите, показываю комнату. Смотрите, вы нам дали шикарную комнату. Вот. Человек просто дал свою комнату, а сам будет жить маленькой. Вау. А теперь вид просто. Открываем, тадан. Кстати, обезьянки лазают. По территории надо будет закрывать, потому что обезьяны знаем,
покажем, но они воруют, и что, плохо лежит, и еду, и телефон, и поэтому так, красота какая. Вот. Ну, маленькая обезьянка пролезет, конечно. И вот такой у нас чудесный будет санузел. Ну, вообще, слушайте, класс. Вообще, это я, это счастливая я, класс, мы в гостях в Найроби. Вот, душек, все, выхожу. Вот такая вот красотенюшка. Ну вот. Вот он какой Найроби, немножечко дождливый, но такой какой-то уже очень-очень любимый уже даже. Наташа вообще в восторге, она по зелени сильно соскучилась. Вот такая красота. Разбираем чемоданы, смотрите, привезли в подарок семечки. В Эмиратах купили, ну, рахат-лукумчик, что еще можно купить в Эмиратах. Тут есть с розой и с орешками. Хорошо его видно, вот, сейчас покажу. Дальше вот белый такой вкусный. Конечно же, финики, и вот такие вот печенья песочные, и вот они с финика внутри. Очень люблю такие печенья. В общем, такие сувениры, конечно, классно привозить из Эмиратов. Всем рекомендую, это довольно-таки хорошие вещи. Народ, первая кенийская еда. Нас угостили, заказали. Говорит, одно из самых вкусных блюд, которое можно заказать онлайн, это равиоли с бифом, с говядинкой. Да, очень смачные. Очень вкусные. Смотрите, ну, правда, коробка была полная. Наташа не доела. Я не могу съесть, реально. Я там ела уже, я не могу съесть. Это очень вкусно. Еще есть сырок, еда его. Вот же, ваш пармезан. А еще мы выпили вкусный кенийский кофе, допили уже. Ну, покажем в магазинах уже эту пачечку. А чекай, я сейчас покажу. Подождите, я вам покушаю на камеру обязательно. Я вам покушаю на камеру. Да, с вами. Это вкусно. Ты чапкой, я тебе на фоне покажу. Вот вся кава, да? Угу. Ява хаус. Боже, она такая нежная. Прикольная. Кислотность нормальная-то, да? И нету вот этого пережженного поганого немая. Ну, так, вот, расскажи свои впечатления. Мы уже в Кении. А там же еще... Я же сняла, показала немножечко. Вот, мы живем в таком как маленьком кемпинге. Ну, там домик находится посреди сада. Нет, это не кемпинг, это вилла, извините. Ну, вилла я назвала кемпинг, как бы. Ну, очень легко дышится. Вы же видели, мы попали да в дождь. Да ты что, это вообще? Тут после пустыни это такая разница огромная. Это просто... Наташа там стояла такая, говорит, я счастлива. Я хочу дышать. Это другой воздух просто. Это вообще все другое. Ну, очень... Настолько мы уже от пыли немножко вот задыхались. Вот зимой пошла вот такая пыль. И холод, ну вот мы приехали сейчас, ну, слава богу, что мы вот... А тебе вот правда похоже на Шри-Ланку, да? Вот ну, по похоже. Природе похоже, но нет этой дурной влажности. Кстати, на Занзибар не похоже. Хотя в Танзании ближе. Занзибар, да, это ж не сравнимо. Мы конкретно на материке Танзании не были. Ну, вот, столько вот. Здесь растений росло. Ну, классно. Пока очень нравится. Ну, вообще, вы же понимаете, когда приезжаете в отпуск, когда приезжаете в какое-то приключение, вам нравится все. Вам не может что-то не нравиться. Нет, вот смотри, мы сейчас обсуждали. Нравится все. Встреча в аэропорту. Не то, что нас вот встретили от фирмы, да, которые ты там заплатила деньги. Еще не заплатила, кстати. Это бесплатное было. Включено, да? Но еще мы не платили. Мы с ней пойдем на сафари. А я про другое хочу сказать, что люди, которые вот в аэропорту как... Ну, вот таможня ведет себя, без всяких это. Люди, которые... Да даже в туалете. Вот я когда зашла... Я паспорт, сказала джамбо. Да, ему понравилось. Я такая, боже, не надо. Так я хочу сказать, вот возле туалета стоит работник, и он тебе показывает вот просто. Вот это даже жест, вот этот... Очень добрый, вежливый, мне очень нравится. Ну, вот сказали, что, в принципе, страна... Мы так подумали, поскольку эта порция примерно стоит 7-10 долларов, мы такие, ой, типа, так это, наверное, страна среднего достатка. А нам говорят, нет, типа, ну... На доллар где-то вот. Бедные живут на доллар в день. Ну, правильно, да, как правильно сказала, 150 нет среднего класса. Здесь нет среднего класса, как и во многих странах. Бедные, есть очень-очень богатый, есть так плюс-минус, которая вся зарплата на еду, и очень бедные, которые счастливы. Да. Ну, вот так мы вам немножко показали, рассказали, в аэропорту показали немножко, где мы живем, и оставайтесь с нами, подписывайтесь. Кения очень интересная страна. Ой, я надеюсь.